Всем привет, ребята! Сегодня я иду в аптеку, и у меня есть для вас сюрприз. Вау! Надо стеклышко протереть. Здравствуйте! Здравствуйте! Чем могу я вам помочь? Ой, вы знаете? А я пришла за лекарством. Давайте подберем. А как называется? Но название не помню. Оно для бабушки. Сейчас я вам подберу правильные дозировки. Только скажите название. Я название не помню. Но знаю, что от него не болит голова. Силы прибавляются. Она для детей и для взрослых. Моя бабушка постоянно пьет, и я пью. У меня становится много сил. Что ты за лекарство такое? Для детей, для взрослых. Наверное, настойка живучей змеи. Только ее дети едят. Настойка женщины? Нет, дети едят. А как выглядит эти таблетки? Это точно таблетки? Или это какой-то сироп? Это таблетка все. У меня одна таблетка осталась, и сейчас я вам ее покажу. Сейчас, подождите. Но после у нее такие зубы. Я же сама ими пользуюсь. Это мы тоже супергерои.